Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты. Есть люди, которые сидят на трубах, есть те, которые нужны деньги. А я вам открою простой секрет. Что такое деньги? Деньги – это золото. А вот это вот, это называется кредит, это не деньги. Если вам интересно, кредит переводится с латыни «он верит». То есть, когда верят в эти деньги, их принимают. Перестали в них верить. Все будет круто! Одни сидят на трубах, другим нужны деньги. А наша страна сейчас сидит на трубе, потому что нам нужны деньги. Слава СССР!